Несколько лет назад Сергей Кувикин из Новосибирска решил исполнить давнюю мечту – организовать собственную моралью ферму. Место выбрал в предгорьях Алтая, экологически чистое, но удаленное. Ни позвонить, ни в интернет выйти. Помогли космические технологии. Без скоростного спутникового интернета наладить полноценный бизнес по производству пантосодержащих продуктов было бы нереально. У нас основная лаборатория находится в Новосибирске, и, соответственно, какие-то изменения, там, управление персоналом, то есть находясь на удаленке, я спокойно это делаю. Бизнес пошел в гору, стадо выросло до 600 голов. На ферму потянулись туристы, к их услугам теперь Wi-Fi. История семьи Кувикиных легла в основу фильма. Он снят в рамках проекта «Меняем жизнь людей». В его фокусе судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, подключивших для достижения важных жизненных целей спутниковый интернет и достигших на этом пути значимых результатов. Проект «Меняем жизнь людей» – это часть стратегии развития РТКОМ. Наша социально ответственная миссия как лидера рынка спутниковой связи – давать возможность подключиться к интернету всем, кто в этом действительно нуждается, в любой точке нашей большой страны. На мероприятии в Барнауле журналистам представили истории трех таких людей. С помощью голосования они выбрали победителя. Им стал староста алтайского села Майорка. Он получил комплект оборудования и годовое подключение к спутниковому интернету, благодаря которому обеспечит качество жизни односельчан. Проект «Меняем жизнь людей», реализованный в Алтайском крае, состоится и в других регионах России. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. День с толком.